в Одессе устроили акцию против сноса барельефа маршалу Георгию Жукову. Его пару дней назад демонтировали радикалы, ссылаясь на распоряжение Михаила Саакашвили, хотя тот давно уже не губернатор Одессы. И вот к месту, где был установлен барельеф, одесситы принесли свечи, цветы и зажгли лампады в память о полководце. И снова появились националисты. Цветы и венки сожгли. Полиции, власти ничего не сделали. И вот партия «Оппозиционная платформа за жизнь» призвала мэра Одессы, который это допустил, уйти в отставку.